Эта история началась полтора года назад, когда девушка с семьей переехала в свой новый дом. Именно тогда ей сильнее прежнего захотелось завести котейку. Лена всегда мечтала именно о рыжем коте, и стала внимательнее ходить по улицам, чтобы не пропустить того самого питомца, который вроде как должен сам ее найти. И вот однажды девушка встретила его, правда, он был совсем не рыжим, а белым. И не котом, кошкой. Если честно, то цвет шерстки грязного животного было сложно определить в первые минуты знакомства. По дороге шла невероятно тощая и голодная мурлыка. Ей, наверное, сильно досталось либо от сородичей, либо от местных собак, поскольку у бедняжки оказалось прокушено плечо. Елена сбегала домой и вынесла мурлыке сосиску, чтобы та могла подкрепиться. Она с жадностью накинулась на кажущееся таким вкусным после долгого голодания лакомство. Поев, малышка с надеждой и тоской посмотрела на девушку, особо не веря в то, что ее могут забрать домой. Но это был счастливый билет котейки.